Представляем борцов. В красном трико Чермен Валиев, Республика Северная Осетия, Алания. В синем трико Давид Балев, Ханты-Мансийский автономный округ. Представляю Чермена Валия, борется в красном трико. Представляет команду Республики Северная Осетия Алания, параллельный зачет город Москва. Мастер спорта международного класса, ЦСКА. Тренеры Кахабер Дзугаев, Анатолий Марбинин, Малик Тедеев. Чермен. Обладатель золотой медали первенства Европы, бронзовый призер чемпионата России прошлого года. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта международного класса Давид Баев, Ханты-Мансийский автономный округ, параллельный зачет, Республика Северная Осетия, Алания. Тренеры Илья Цакоев, Виктор Рожков, Анатолий Маргиев. Давид Баев, чемпион мира 2019 года, Нурсултан, обладатель Кубка мира. Борцы знают, конечно, друг друга, тренируются рядом. Очень сложно будет. Посмотрим. Thank you.
осталось. Счет не изменился. Естественно, атакует больше проигравшим. Но надо отметить, что Валиев с ковра не уходит. Более того, все время старается держаться центра ковра. Последняя минута схватки. Еще один балл. Победил Чермен Валиев.